E3 2006 только что подошла к концу, и мы спешим показать вам первые кадры новых игр. На E3 Atari анонсировала новую часть ужастика Alone in the Dark для PlayStation 3 и PC. Что интересно, играть предстоит за Эдварда Кернби, героя первой части. Действие оной происходило в 20-х годах прошлого века, и герой за это время нисколько не постарел. В общем, типа интрига. Местом же действия на этот раз избрали Нью-Йорк, в центральном парке которого стали твориться необъяснимые вещи. The mysteries behind death are revealed. Something escaped from the afterlife. Feeling alone? You'll start regretting not being. Играть предстоит как от первого, так и от третьего лица, а выглядит все очень даже хорошо. Дата выхода пока не объявлена. Продолжая тему ужасов, нельзя не рассказать об Alan Wake. Несмотря на то, что Remedy пропустили эту E3, удивить общественность они таки смогли, альянсом с Microsoft. Компания Билла Гейтса вызвалась издавать новую игру от создателей Max Payne, которая отныне стала эксклюзивом для Xbox 360 и ПК. Вплотную к релизу подобрался и Bad Day LA от Американо МакГи. Версия игры уже лежит в редакции. Наше мнение вы узнаете совсем скоро. А пока наслаждайтесь новыми порциями хорошего черного юмора. Заканчивается разработка Prey. Наши же впечатления от игры довольно скомканные. Уж больно устали мы от темных коридоров и монстров в стиле Дума. Впрочем, игра может оказаться очень даже ничего. Ну, подождем еще немного.
умная. Состоялся на E3 показ новых версий экшенов про Вторую мировую войну. Brothers in Arms Hell's Highway, Medal of Honor Airborne и Call of Duty 3. Все как один хвастались пререндеренными, красиво поставленными роликами, обещаниями сладкой жизни. Впрочем, справедливости ради отметим, что вживую проекты впечатляют. И потом пришел Market Garden. Это было hailed as the largest airborne invasion ever put together. It was simple. Get some trucks up a highway and be home by Christmas. But it's never that easy. Corian, get moving and get Santa some goddamn cover fire! Across the Santa base! Move up that base and fire! Come on! Need parachutes. You can walk down on our flag. We're now over Germany! Get us off this bucket! You're gonna be okay! Thank you.
Сид Мейер представил на E3 сразу несколько проектов. Например, аддон к Civilization 4, Warlords, который добавит в игру 6 новых сценариев, известных исторических персонажей, новые здания и чудеса света. Выйдет летом. Еще один проект компании Сида Мейера — Civ City Rome, в котором игрокам предстоит построить Рим. Это почти как SimCity, только вот в меньших масштабах и с большей детальностью. Игроки смогут построить свой Рим, увидеть, как живут его жители и прочее. К вашим услугам сотни различных зданий, длинное древо технологий и гладиаторские бои. Выйти игра собирается также летом. In time, it would come to create the greatest empire the world had ever known. Now you must rebuild. The glory, the splendor, that was Rome. Ну и напоследок старина Сид приготовил публике ремейк своей классической игры Railroads. Чрезвычайно аддиктивная вещь, где игроку необходимо собирать модель железной дороги и направлять по ней поезда. Она вернется в полном, весьма симпатичном 3D. Не обойдется и без поддержки мультиплеера по сети и интернету. Выход назначен на октябрь 2006 года. Ну и еще о ремейках. Ubisoft и ее команда Blue Byte объявили на E3 о том, что они собираются перевыпустить Settlers 2. В честь десятилетия знаменитой серии издатель собирается перевыпустить самую лучшую и самую удачную часть, вторую. Великолепный юмор и оригинальный геймплей перенесутся в полное, весьма современное 3D. Очень правильный шаг, особенно после их не очень удачного Heritage of Kings. Ну и конечно, Ubisoft показали новый Splinter Cell Double Agent. Но об этом в репортаже с E3. А пока новый трейлер. Besiedeln Sie eine unbekannte Welt voller Gefahren. Die Siedler 2, die nächste Generation, ab Herbst überall erhältlich. Wuselig, strategisch und komplett in 3D.
Люди, которым надоело делать игры про Вторую мировую, начинают над ней издеваться. Среди последних разработчики Warfront Turning Point, которые после неудачного D-Day взялись за альтернативную историю о Второй мировой, где Гитлера убили еще в детском саду, в результате чего на полях сражений появились реактивные самолеты, шагающие роботы и прочие фантастические развалюхи. Выйдет все это чудо в сентябре. When you play both sides. Every choice is a fall. You are a double agent. Splinter Cell, Double Agent. Accept the assignment September 2006. Пока Iron Law делают впечатляющий Titan Quest, создатели Sacred не дремлют. На E3 2006 была представлена вторая часть игры от Ascaron Entertainment, тоже в полном 3D и с хорошей графикой. Правда, о самой игре пока ничего не известно, равно как и о ее дате выхода.